Всем добрый день. Очередное занятие в университете рабочих корреспондентов Фонда рабочей академии. И сегодня мы слушаем лекцию нашего ректора, кандидата экономических наук Виктора Ивановича Галко. А тема интересная. Каким должен быть единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации? Виктор Иванович, прошу вас. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня на нашей лекции речь пойдет об этом знаменательном в своем роде документе. Называется он «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года». Вот этот план разработан на основании указа президента от 21 июля 2020 года о национальных целях развития Российской Федерации и утвержден решением правительства Российской Федерации 1 октября 2021 года. Ну, это непосредственно. Поскольку прошло уже два года, больше, два с половиной, с момента утверждения этого плана, произошло много событий, много обстоятельств, которые несли известную коррективу и в действиях властей в том числе, понимание ситуации. И мы остановимся на этих моментах, на тех новых моментах, которые связаны прежде всего с проведением специальной военной операции. Тех моментов, которые прошли в нашей экономике и управлении, в регулировании российской экономики, буржуазным российским государством. Так, это такое небольшое вступление. Что касается плана и планирования в целом. Ну, я думаю, вряд ли кто будет из современных людей отрицать, что плана сегодня не нужно, не нужно планирование. Ну, невозможно это. Он вошел в жизнь не только социалистическую, но даже буржуазных стран. Но вот российскому буржуазному обществу как-то не везет с этим прогрессивным методом управления экономикой. Как в известной песне из очень любимой комедии. Что они не делают, не идут дела. Я посмотрел на попытки планирования нашей, так сказать, России. Значит, ну, за 30 лет. Все-таки 30 лет у нас капитализм, как наличное бытие, как ставший, который себя говорит, какой вы хороший и замечательный. Какие были сделаны попытки планирования? Значит, в 95 году был принят закон, федеральный закон, о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации. В 2006 году еще один федеральный закон о стратегическом планировании в Российской Федерации. Здесь названия разные, и за ними, так сказать, разные экономические сути, содержания. Мы на этом остановимся. Затем, в 2007 году, была разработана концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Были две попытки, два текста. Но она так и не осталась проектом. То есть никем эта концепция не была утверждена. Затем был перерыв. И вот, наконец, в 2021 году появилось два указа президента. Первый – об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации. Вот у меня сразу удивительный вопрос. В 2006 году был принят закон. Ведь закон выше указа президента. Закон принимает Федеральное собрание, там, Государственная Дума, Совет Федерации, президент утверждает. И после этого, похоже, с похожим названием, через 15 лет принимается указ. Скорее всего, потому что ничего не делалось. Вот так лежал мертвым грузом. И также был принят 21 июля указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. И вот на основе этого последнего указа правительством был утвержден вот этот самый единый план развития Российской Федерации на период до 2024 года.
Почему я как бы обратил внимание? Ну, прежде всего, по названию. Единый план. У меня сразу, ну, может быть, несколько вульгарно, глаза полезли на потолок. Как это так? В буржуазной экономике единый план уже, в принципе, невозможен. Ведь единый план возможен когда? Когда есть единая собственность. Скажем, в СССР. Почему были вот эти единые планы развития народного хозяйства пятилетки? Потому что была общественная собственность на средства производства. И поэтому можно было составлять и утверждать, и реализовывать единые планы. А в капиталистической экономике, ну, частная собственность господствует. Как можно частного собственника заставить делать то? В приказном порядке. Никак. Ну, потом мы остановимся, что за красивым названием оказывается совсем иное содержание. Итак, ну, небольшое сделаем отступление, потому что здесь будем использовать понятия. Давайте вспомним те понятия, которые связаны с планированием, с планом. Ну, сама объективная потребность планирования, откуда она происходит? Да из совместного труда. Те, кто читали и хорошо помнят «Капитал Маркса», еще первый том, Маркс дал определение кооперации труда. Ну, я вам напомню, это та форма труда, при которой много лиц планомерно работают и взаимодействуют друг с другом в одном и том же процессе производства или в разных, но связанных между собой процессах производства. Ну, понятно, если 100 человек, даже взять рабовладение, да, вот, согнал вот 100 или 1000 человек, дал в руки кирки и лопаты, ну, как здесь бесплатно? Даже в рамках этого, в голове этого одного рабовладельца никак, или его надсмотрщик. А что говорить тогда о развитых экономиках? Возьмем капиталистическую экономику. Вот его стадию, монополистическую стадию развития капитализма и именно империализм. Когда в экономике господствует монополия, это крупнейшие предприятия. Крупнейшие предприятия. И вот там уже есть планомерность. На что обращал внимание еще Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин. Что еще тресты дают планомерность. А тресты – это форма монополии, я напоминаю. Затем монополистический капитализм перерос, ну или перешел свою последнюю ступеньку – государственный монополистический капитализм. Это было где-то вот 30-40-е, послевоенные годы, прошлого столетия. Когда уже буржуазное государство, не просто вот отдельные капиталисты там конкурируют между собой, да, все это движется вперед, а буржуазное государство вынуждено в силу объективных обстоятельств, в силу того, потому что сама капиталистическая экономика так развивается, регулировать производство. И вот здесь уж вопрос – о планах стал налицо перед буржуазным государством. Ну, что касается социализма, понятное дело, он довел эту тенденцию до логического завершения. То есть в социалистической экономике действует закон планомерного развития. И вообще система, как называлось управление социалистической экономикой, система государственного планового централизованного управления. То есть плановость, планомерность – это вот такой стержень, на котором нанизано все остальное. Ну и я повторяться не буду, что именно только в рамках общественной собственности, единой собственности можно делать планы развития народного хозяйства единой в рамках всей экономики. Вот это первое такое замечание. Второе. Ведь план по-простому – это что такое? Любой план. Система заданий. А задание – это обязательное для выполнения требования. Ну вот как в буржуазной экономике, кто может заставить частного собственника выполнять вот эти обязательные требования? Но выход есть. Ведь если мы посмотрим структуру вот этой собственности, то там, кроме частной собственности, есть еще и государственная собственность. Ну, понятно, что в буржуазном обществе государственная собственность – это не народная собственность. Это общая собственность класса капиталистов, но государственная. Статистические данные разные. Вот я встречал минимальную цифру, что в российской экономике государственная собственность – это 40% экономики. Максимально где-то 60%.
Не будем здесь придираться, здесь нам дело принципа. Вот в рамках государственной собственности буржуазное государство может создать план какой-то развития? Конечно, может. Оно является собственником этих предприятий. Пожалуйста, вот теперь формируй планы. А как быть по отношению к частным собственникам? Тоже буржуазная экономика родила и создала эти формы. Она называется государственный заказ. Может буржуазное государство частному собственнику дать выгодный государственный заказ, который он тут же схватится вот так, поскольку там условия хорошие, оплата большая? Конечно, может. И таким образом, вот, максимально на что возможно пойти в буржуазном, так сказать, производстве, это вот сделать государственный план для государственного сектора, в который бы ходили плановые задания для государственных предприятий, и государственные заказы для частного сектора. Вот такие дела. Поэтому, возвращаясь к названию, мы еще до содержания не дошли, там много страниц, хотя, я думаю, суть будет ясна. То есть, как бы это ни называли, это в любом случае не может быть единым планом. А что может быть? Очень просто. Практика развития государственного монополистического регулирования дала нам, показывает следующие формы, связанные с планированием экономики. Первое – прогноз или прогнозирование. Что такое прогноз? Ну, это такое некоторое предвидение или предположение, что будет, а что и не будет. Вот у меня спросите, какая завтра будет погода? Я скажу, завтра будет дождь. Это мой прогноз. Придет завтра. Если будет дождь, вы скажете, ну какой провидец, да? Молодец. А если дождя не будет, вы ко мне претензии выставите, да? Почему дождя не было? Я скажу, я при чем здесь? Я же не план утверждал, я прогноз. А прогноз он либо будет, либо не будет. Это первое. Второе. Есть так называемые индикативные планы. То есть планы здесь возьмем слово в кавычки. Вот индикативное, слово индикатор. Вот такой фонарик я вот ставлю, вот включаю и говорю, вот идите сюда. И если вы сюда придете, будет все хорошо. А завтра говорю, нет, вот идите сюда. Частным собственникам, капиталистам. Вот они пойдут туда или нет? Кто будет решать? Частные собственники будут решать. Если им выгодно, они придут. На сигнал идут. А если будет невыгодно, не придут. Ничего здесь не сделают. Третье. Программы. Есть даже целая такая структура, называется программирование экономики. Когда в рамках вот этой атомизированной частной собственности, большой экономики, сейчас экономика, конечно, сложная структура, буржуазное государство берет какой-то отдельный вопрос, одну отрасль, подотрасль, какое-то направление и разрабатывает программу для ее реализации, выполнения, которая включает в себя материальное обеспечение, для того, чтобы сделать эту программу, финансовое обеспечение, установку связи и так далее и тому подобное. Ну, наиболее яркий пример, если брать, конечно, капиталистическую экономику, об этом речь идет. Это программа «Аполлон», которая действовала в Соединенных Штатах Америки с 1961 по 1971 год. 10 лет. В этой программе было задействовано 2600 подрядчиков и 12 тысяч субподрядчиков. Это не физических лиц, это компаний. Но сколько было изготовлено, скажем, продукции, элементов, необходимых для капитализации программы, до десятки, если не сотни тысяч номенклатур. И все было взаимоувязано. И финансово поддержано, и материально-техническим обеспечением и так далее. Вот я использовал данные такой интересной работы. Это ученые института США и Канады. Это наш академический институт. Там группа авторов, первый стоит фамилия Федорович и другие, называется «США, двоеточие, федеральная контрактная система», Москва, 2010 год. Издание, значит, эта работа уже выдержала второе издание, то есть настолько она серьезная. Вот такая толстая, под 1000 страниц. Я когда впервые открыл, это было достаточно давно, для меня было откровение. Потому что вот вся вот либеральная, сказать, вода, которая льется, да, грязная на нас, говорит, что США там свободный рынок.
Ну, вот есть федеральная, ну, скажем, понятное дело, банковская система, налоговая система и все. Оказалось, там есть своеобразный госплан. Ну, возьмем, понятное дело, в кавычках. И вот эти авторы на примерах, на статистическом материале показали, как функционирует эта федеральная контрактная система. Одна цифра, я, так сказать, до сих пор помню. Вот мне кажется, что 92% всей номенклатуры продукции, то есть таких конкретных наименований, всего, что выпускается в Соединенных Штатах Америки, проходит через федеральную контрактную систему. Служащих там 400 тысяч человек. В Госплане СССР такого не было. А нам говорят, вот здесь административная система, а там свободная. Ну ладно, я отклонился в сторону. Следующий пример. Он такой. Интересный. Это проведение конверсии. Ну, конверсия – это перевод производства с военных рейсов на выпуск гражданской продукции. Он проходил и в Соединенных Штатах Америки, и в России. Ну, в России понятное дело почему. Когда был уничтожен СССР, к власти вот пришла здесь либеральная, так сказать, тусовка, они здесь начали все разрушать. В том числе заявили, зачем России военное производство, мы будем дружить со всеми. И как она проходит? Я тогда работал и служил в Великом Новгороде, есть такой областной центр. Он небольшой, но там было много, порядка 10 крупных предприятий военно-промышленного комплекса ВКК. Я был знаком с генеральными директорами, и вот мне очень хорошо запомнилось, как проходила эта конверсия. Ну, как правило, продукция была двойного назначения, скажем, объединение «Квант», может, вы помните, половину выпускали телевизоры «Садко», помните, да? Обычные, потом цветные. Вторая половина – это мощные радиоэлектронные станции на автомобиле для военного производства. Так вот, был военный государственный заказ. А что такое государственный заказ? Ну, это стопроцентно считается финансирование и обеспечение. Под это дело предприятия брали кредиты в банках. А что значит брать кредит в банке? Это, во-первых, платить проценты, правильно? Во-вторых, дать им обеспечение залог имущества. Второе, делали авансы своим контрагентам и так далее. Так вот, как произошла конверсия в России в начале 90-х годов? А из команды сверху последовала команда прекратить финансирование. Все. Ну что значит прекратить финансирование? У тебя кредиты набраны, авансы сделаны, все уже работает, все на колесах. Это в миг, в одной части, в секунду поставить предприятие на колени. И вот такой случай есть. А дальше что? А дальше? Дальше все по закону. Банк, которому не вернули долг, подаст в суд. Суд примет решение в пользу банка. Дальше арест имущества, выставление на торги, объявление предприятия банкротом. Ну а следующий шаг. Ловкие предприимчивые за бесценок скупят лакомые кусочки. Дальше все это разрушит и появится что-то другое. Это торговые центры. Второй пример, значит, НПО «Волна». Это было, наверное, одно из таких самых ярких предприятий Великого Новгорода, в центре города. Я был там в музее. И в музее мне запомнилась фотография, что оно выпускало видео телекамеры. Телекамеры и продукция видеонаблюдения. И их телекамеры, заводчане гордились этим, стояли на Байконуре. И вот когда показывают сейчас кадры, кинохроники, взлетают, ракеты тех времен, и снимки, вот это снято на камере, изготовленной на НПО «Волна». Его нет в помине. Он уничтожен. Там есть большой торгово-развлекательный центр и маленькие предприятия. Здесь конфеты делают, там коляски собирали, еще что-то. Пельмени. Пельмени вполне возможно. Такие дела. В США тоже была конверсия. Но там поступили по-другому. Там капиталисты умнее некоторых своих. Тем более, понятное дело, что то, что делалось здесь, это делалось по указке, давлению и за деньги империалистического центра. Соединенные Штаты Америки. То есть они посмотрели, что вот в России все разрушено военное производство, ну, наверное, можно и у себя что-то сократить. Тоже провели конверсию. И вот эти авторы этой книги, о которой я вам говорил, приводят следующие примеры. Конверсия – это либо прекращение производства,
вот данной военной продукции на данном заводе, либо смена. Вот когда нечего производить, ничего не придумали, надо вот вывести производство. Там все тянется, не только вот эта линия вывоза самого материально-технической базы. Но что делать с кадрами? Значит, кадры надо переобучить, переквалифицировать, перевести в другие города, если они будут работать на других предприятиях. Так вот, все это было полностью профинансировано. То есть не за свой счет делали американские работники, а за счет государства в рамках конверсии. И когда они переезжали в города, перевозили свою мебель, имущество, семью, это тоже оплачивалось из государственного бюджета. Вот, говорится, два разных примера. Вот что у нас осталось? То есть я напомню, что в СССР был единый, говорит, план развития народного хозяйства на 5 лет. Соответственно, были необходимые структуры. Без этого никак не сейчас. Это Госплан, Госкомцен, Государственный комитет по ценообразованию, Госнаб, Государственный комитет по ценообразованию, ну и другие. Понятное дело, что все это было вмиг разрушено, изничтожено. Никакого Госплана, никакого Госкомцена, и вообще вся система разрушена. Но что-то осталось. Жизнь заставила, так сказать, вынуждена. Система госзаказов. Как-то она еще еле-еле, душа в теле, так можно сказать, жила. Программа. Сейчас есть такой сайт государственной программы. И на сайте Министерства экономического развития, и отдельный сайт. Если туда зайти и посчитать, просто пока общее количество этих государственных программ, о которых я говорил. Те программы, которые охватывают какой-то отдельный вопрос, в рамках которого пытаются его решить. Их цифра 50. Я причем округляю большинство. 50. Много это или мало? Ну вот в Соединенных Штатах Америки с начала 2000 года действовало, продолжает действовать, 2000 программ. Ну как вот, основной наш конкурент, да, которым сейчас фактически вот идут военные действия на Украине, ну понятно, чьи там уши торчат на той стороне. И вот собирается в рамках прогрессивных методов регулирования экономики конкурировать. Причем, я уверен, там они все профинансированы и все согласованы, то у нас еще не факт, что из этих 50 программ все финансируются в полном объеме. Ну, вот такие предварительные замечания. Мы подходим к этому единому плану. Можем немного посмотреть по этим цифрам. Итак, ну не все такое дурное-то. Не все же плохо. Единый план развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 2021 года, на 9 лет. Это замечательно. Потому что я напомню, что основной плановый инструмент СССР был рассчитан на 5 лет. И по науке он назывался среднесрочным планом. Долгосрочные планы – это от 10 до 20 лет. Вот это большой минус был советской экономики. У нас в истории СССР был единственный план долгосрочный. И то он был принят еще при Ленине. Назывался план ГЛО. Он рассчитывал как раз на 10-15 лет. Больше долгосрочных планов развития у нас не было. А ведь экономика сейчас настолько сложная вообще, что есть процессы, которые не укладываются в 5 лет. Самое простое – подготовка специалистов. Ну, сколько нужно лет готовить врача? 6. Нет. 6 лет он получит только диплом. А лечить он не сможет. Он сможет работать администратором, кем угодно. А лечить не сможет. Совершенно верно. Нужно закончить ординатуру 2 года. Вот, скажем, 8 лет. Поэтому, если мы захотим составить 5-летний план развития. Давайте то забьем. Надо развивать. У нас же врачи здесь понасокращали. Через 5 лет сколько у нас будет врачей? Вот хотим 10 тысяч врачей еще. Через 5 лет сколько будет? Ноль. Ноль. Правильно? На 8 лет. Поэтому это положительный момент. До 2030 года. А вот дальше пойдем по содержанию. Здесь блоками. Как бы изложен текст, много страниц, вы можете самостоятельно посмотреть при желании на государственных сайтах. Начинается с того, как будет лучше жить российские граждане к 30-му году и вообще начиная с 24-го года. Наверное, это правильно, суть, социальный блок посмотреть. Значит, сколько будет зарплата, как будет питаться,
как одеваться, как будут лечиться и так далее, какой будет средняя продолжительность жизни. Но вот первый же показатель, который стоит в этой расшифровке, в показателях, характеризующих достижения национальных целей развития Российской Федерации, называется «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации». Обращаю внимание, как он называется? В плане, утвержденном правительством, на основе указа президента. Показатель статистики – общий прирост численности населения. И пошли сплошные минусы. Ну, вот факт брали 2020 года – минус 577 тысяч человек. 500 000. 2021 год – оценка 535, больше, чем 500 000. 2022 год – минус 533 тысячи. 2023 – минус 302. 2024 – минус 256. Только в 2030 году – плюс 78 тысяч. То есть вот у меня даже в голове не укладывается. То есть называется национальные цели развития. Развитие – это когда люди развиваются, в том числе население растет. А закладывают минус. Причем обратите внимание, здесь хитрость. Какая хитрость? Общий прирост численности населения. А он и складывается, как мы знаем, из двух компонентов. Это естественный прирост и миграционный прирост. Я вот не поленился, зашел на сегодня с утра вот на сайт Федеральной службы государственной статистики, называется Росстат. Там интересный бюллетень опубликован. Называется «Прогноз численности населения РФ до 2045 года». Так вот, естественный прирост забит. Минус. 24-й год. И это естественный, когда вот то население, которое живет здесь постоянно. Минус 675 тысяч. Это вот на 24-й год предполагается, что у нас население уменьшится приблизительно на численность такого города, ну, как сказать, не знаю, Волгоград, наверное, Саратов, еще какой-то. 25-й год еще больше, почти 700 тысяч. 26-й год 702 тысячи. 27-й, я не буду продолжать. И все до 45-го года. Там пойдет некоторое снижение, в среднем 400 тысяч. Но это население упадет на несколько, наверное, порядка 10 миллионов человек. То есть, значит, что в головах у, вот, извиняюсь, у тех, кто составляет эти планы, вообще планирует развитие Российской Федерации. То есть, закладывают уничтожение, так сказать, населения России. Миграционный прирост, вот он пока спасает. И формально чуть-чуть улучшает положение, потому что по бюллетеню Росстата предполагается 200-200 тысяч плюсом ежегодно. Ну, соответственно, сальдо будет вот чуть поменьше. Все равно оно отрицательное. Ну, куда годится? Вот я взял вот это и дальше закрыл. Ну, что дальше читать? Если планируется, зачем войну вести против России, если власть? Россия предполагает, что все сами потихоньку вымрут. Ну, похоже, все-таки обстоятельства, которые сейчас развернулись, вот два года назад, и с которыми столкнулось, ну, прежде всего, руководство России, которое стало на позицию борьбы с американским фашизмом в внешней политике. Идут военные действия на территории Украины. Что для этого нужно? Нужны военнослужащие. Где их взять? От населения России. Ну, наверное, доложили. Там посмотрели. Если будет уменьшаться население, то армию-то откуда будем брать? Поэтому сегодня состоялось, как вы знаете, послание президента Российской Федерации Федеральному собранию. Вот интересно, я буду отсылаться, потому что какие-то подвижки идут вверх. Потому что президент заявил, что нет, нам нужно изменить нашу политику, соответственно, этот план. Население должно расти. И дал поручение соответствующим органам, там, правительству внести необходимые предложения и принять необходимые меры. Ну, во всяком случае, это заявлено. Вот это первое. Дальше я пропускаю. Здесь повышение индикаторов и так далее. Это все интересно и важно. У меня сразу возник второй вопрос. Как бы принципиальный и важный. Вот в социальной сфере хотят решить такие хорошие вопросы. Там даже есть
ежегодно сдавать не менее 5 миллионов, показатель, ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 миллионам семьям. Ежегодно. Хорошая цифра. Я, конечно, могу сказать, вот когда, что значит, эти квартиры необходимое количество сдадут, вопрос, кто их купит. Вот если один человек покупает 100 квартир, затем сдает их в аренду, это как считается, как улучшение? И в советское время в РСФСР сдавалось ежегодно, строилось 2 миллиона новых квартир. Это, пожалуйста, статистические данные, они в открытом доступе, можете посмотреть. 2 миллиона. Ну, пускай 3-4 человека в семье, до 5. Вот сколько человек ежегодно улучшало жилищные условия. Ну ладно. Пенсию будем... советскую. Будем считать, что я здесь придираюсь, мы переходим ко второму важнейшему моменту. На какой основе все это делать? Значит, должна быть соответствующая экономика. Должна быть соответствующая производственная промышленная база, которая позволит реализовать эти замечательные, в общем-то, планы. Не идеальные, но хорошие, замечательные планы. Ведь если посмотрим планы развития народного хозяйства СССР, ну там они начинались как раз с развития базовых отраслей. Вот все отрасли пройдут, насколько будут развиваться, какие планы установлены, сколько заводов будет построено, где, каким образом, как это будет взаимосвязано и прочее, прочее, прочее. И что это даст в социальной сфере. Но здесь поставили наоборот. Ну, никто не возбраняется. Так вот, второй части я не нашел. Вопрос, за счет чего? Ну, все это пока повисло в воздухе. Я не могу сказать, что может где-то есть. Я не нашел пока приложения, никаких ссылок на то, за счет чего это будет обеспечено. Пока нету. Есть только цифры. Раздел «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство». Цифры. Ну, а за этими цифрами, наверное, должны стоять какие-то реальные подвижки в экономике. Так, предполагается, темп роста ВВП ежегодно 3%. Ну, до 2030 года. Не ниже 3%. Вопрос, много это или мало? А задача поставлена. Догнать, ну, если не перегнать, как раньше было, да, 30-го, то догнать Америку. Вот сейчас между ними вот такой разрыв, предположим. В прошлом году я поднял статистику. Рост ВВП в Америке составил 2,5%. Вот они настолько поднялись. У нас будет 3. Сколько нужно лет, чтобы догнать? Разрыв-то колоссальный. 100, а может 150. То есть это явно недостаточно цели. А почему? Потому что реальный рост инвестиций. Ну, здесь написано, не ниже 170% от уровня 2020 года. Много это или мало? Есть еще один такой интересный документ. Это Фонд рабочей академии посылал президенту Российской Федерации перечень мер по выходу России из безнадежного состояния финансовой и сырьевой периферии американского капитала. Я не помню, по-моему, мы рассказывали. Да, это было несколько раз. Последняя попытка была в 2020 году. Подписывал Михаил Васильевич Попов и я. Есть 7 пунктов. Вот первый пункт – разработать и принять долгосрочную программу развития России, предусматривающую выход на высший мировой уровень производительности труда и состоящую из планов развития государственного сектора экономики и системы государственных заказов частным предприятиям. 2020 год. Ну вот, может случайно, может не случайно, но в 2021 году они на гора выдали единый план. Хотя была отписка сначала, но, видимо, я хочу повторить, что вот обстоятельства заставляют их двигаться в определенную сторону. Так вот, третьим пунктом у нас стояло предложение установить норму накопления. Что такое норма накопления? Вот капиталисты эксплуатируют рабочих, высасывают из них прибавочную стоимость, прибыль. И эта прибыль куда тратится? Ну, по идее, часть прибыли на свое потребление, бог с ним, а часть должна идти на развитие, на расширение производства. И вот та часть прибыли, которая идет на развитие производства, называется накопление или капитализация прибавочной стоимости. Так вот, чтобы нам догонять Америку и не на 100 лет, то мы рассчитали, нужно 80% прибыли для государственных предприятий, а частных 60% прибыли отправлять на накопление, то есть на расширение, на развитие производства. И это позволит нам, ну не нам, сказать, России, буржуазной России,
догонять основных конкурентов. Ну, тогда проигнорировали, но сейчас вроде как вот такую цифру дали. И в своем выступлении, значит, президент Путин это повторил. Идем дальше. Идем дальше. Ну, мы пока с единым планом закончим. Больше пока говорить особо не будем, то есть никакой это не единый план. Но в лучшем случае это концепция. Или какие-то основные направления, куда должна двигаться Россия. Вот так бы назвали, и содержание было бы приведено с формой. Вот за два года последних произошли значительные события, связанные прежде всего с проведением специальной военной операции. Соответственно, произошли подвижки, я думаю, и в головах тех, кто руководит нашей экономикой, политикой. Соответственно, подвижки произошли реально в секторе экономики. Вот я должен сказать, что вот настоятельно рекомендую, что на Красном радио 24 февраля, это совсем недавно, было размещено интервью с доктором экономических наук Олегом Анатольевичем Мазуром, где он рассказывает о вот этих изменениях в экономике в связи с проведением специальной военной операции. Вот я с огромным интересом прослушал, поэтому буду пользоваться его материалами, ну, естественно, своими. Что мы видим за последние два года? Мы видим, как всегда, есть позитивные изменения, а есть негативные. Стала расти промышленность. И я напомню постыдные для нынешней власти цифры. Вот еще несколько лет назад, еще даже 2-3 года назад, если внимательно посмотреть статистику за 30 лет, то уровень промышленного производства Российской Федерации так и не достиг за это время уровня развития промышленности РСФСР. Но за четверть века, более чем за четверть века, можно горы свернуть. А здесь, вот как было там, 90%, 80%, так вот и оставалось. Но последние два года... Да, а вместо этого нам подчивали чем? Вот рост ВВП. А рост ВВП был практически всегда, за редким исключением. Чем это отличается? ВВП – это хитрый показатель. Расшифровывается валовой внутренний продукт. И туда входит что? Не только вот то, что дает реальное производство, промышленность, там, связь, транспорт, но и услуги. Услуги. Я даже посмотрел, рекомендую, у кого будет время, зайти на сайт Росстата, посмотреть расшифровку этого ВВП. Например, есть такой раздел «Консультационные услуги». Консультационные, вот вы мне подойдете, я вам дам консультацию. Так вот, они нам дают приблизительно 500 миллиардов прибавки ВВП. А радиотехническая отрасль 200 миллиардов. То есть вся отрасль, производя радиотехнику, 200 миллиардов. А услуги, консультации, нам вот столько делают. А если бы эти консультационные услуги дали не 500 миллиардов, а 5 триллионов. Представляете, как бы у нас вырос ВВП? Ну, я уклоняюсь в сторону, хотя это весьма существенно. Но вот сейчас подвижки серьезные. Это первое вот такое. Значит, по официальным сообщениям, понятное дело, со статистикой, особенно связанной, так сказать, с военным производством, я думаю, в ближайшее время мы вряд ли найдем. Но есть отдельные примеры. Есть высказывания руководителей, да, государства, от, там, чиновников. Ну, вот сказано, что продукция ВПК у нас имеет кратный рост. То есть это не 3%, кратный – это в разы. Значит, это в 2 как минимум, а то и в 3, а то в 4. Кратный рост – это много. Значит, за 2 года трудоустроилось количество сотрудников в сфере ВПК увеличилось на 500 тысяч человек. Это очень много. Это очень много. Если всего, ну, если брать рабочих, у нас где-то 20-25 миллионов максимум в стране, всех занятых где-то 70-75, то только в одной отрасли военной производства 500 тысяч, это много. Некоторые предприятия работают 2 смены, некоторые 3,
Есть даже такие примеры, что вот, из Ижевска я читал в прессе, что торгово-развлекательные центры, которые рядом с известными военными заводами, вот их выселяют и там ставят цеха. Ну, без рыбы и рака. Или такой пример. Уралас Мяси. Ну, известные автомобили Урал, грузовые. Вот 98-й год был, наверное, худший. Все там, так сказать, еле-еле душа в теле. 2500 грузовиков в год выпустили. Затем за 10 лет чего-то выправили. В 2008 году 15 тысяч грузовиков в год. И вот сейчас сообщение, значит, каждый день 78 грузовиков выпускают. Ну, нужно на 365, получается около 30 тысяч. И это только начало, и будет увеличиваться. То есть, да, мы имеем факты, что производство растет. Соответственно, с чем столкнулись предприятия? С элементарными проблемами. Нету оборудования и нету кадров. Ну, мы знаем примеры с Балтийского завода. Они, правда, давнишние же, когда не было заказа, всех поувольняли, сварщиков. А потом, когда появились заказы, ходили по квартирам, новые не могут, нету новых. У них опыта, ничего нет. Ходили по старикам и приглашали на работу. Сейчас ситуация то же самое. Ну что, как отреагировало российское буржуазное государство? Ну вот вынуждено, понимаете, вынуждено. Две программы сделали. Первая программа кадры, а вторая программа вооружений. То есть пока речь не идет о каком-то едином плане, хотя бы о программах. Причем о программах кадры сегодня упомянул президент Российской Федерации в своем выступлении. И не случайно, потому что деваться некуда же. Дальше идем. То есть вроде бы стало развиваться производство. Вопрос, откуда деньги? Ведь всегда бюджет государства, он вот в лучшем случае вот так вот он, 0-0. А как правило, он дефицитный бюджет, когда расходы больше, чем доходы. Откуда деньги? Ну, образно говоря, распечатали известную кубышку. И сейчас, ну, как вот в прессе пишут, говорят, руководители, организаторы военного производства, вроде сказать, особых проблем нету. Туда, куда нужно, деньги направятся. Откуда их взяли? А я напомню, как у нас было устроено финансирование благодаря вот тем, кто находился у руля в финансово-экономическом блоке, да? Представители либерального наклонения, направления, которые действовали, скорее всего, по указке Международного валютного фонда и Мирового империалистического центра Соединенных Штатов Америки. Ну, понятно, основная часть доходов Российской Федерации – это поставки из-за рубежа энергоносителей. И действовало такое правило, его называли «цена отсечения». Вот там, предположим, установили. Для примера, вот эта цена отсечения – $60 там, за баррель нефти или за тонну как. Все, что выше, если такая конъюнктура, продали за 70, за 80, либо за 100, за 120, это считается… Раньше мы назвали не трудовой доход, а здесь вот не трудовой для капиталистов. Она отсекалась и замораживалась. То есть она не шла в российскую экономику. Эти деньги шли на Запад. И размещались там ценные бумаги, в доллары, в евро. И все. Ну, что произошло с ними, мы знаем. Их тут же отсекли от России. Более сильные капиталисты. Там сотни миллиардов, в Европе 230 миллиардов. В Америке еще столько. 300 с чем-то. Вот. Но они как работали-то продолжают работать. Но на кого уже? На тех, кто ей пользуется. Вот сегодня, ну, относительно недавно, в прессе прошло сообщение, что вот в Европе обсуждают вопрос. И уже пришли практически к согласию, что вот эти доходы, полученные от замороженных российских активов, а это миллиарды, несколько миллиардов евро, нужно отправить Украине, чтобы продолжала воевать с Россией. Так. Причем такие наукоподобные термины нашли, это якобы средства токсичные. Вот, токсичные, то есть ядовитые, их нельзя использовать на развитие внутренней экономики. Ну какая-то глупость. Ну сложилась такая конъюнктура рынка. Вот в ходе конкуренции российские капиталисты получили дополнительные доходы. Куда их надо использовать? Надо пользоваться ситуацией. Ну вырыли вы из земли золотой слиток, ну используйте.
Нет, говорят, вы обратно закопайте и забудьте о нем. То есть эти деньги годами, десятилетиями не шли на развитие российской экономики, даже буржуазной. Сейчас вроде это дело прикрыли. Прикрыли. То есть откуда деньги? Это первое. Второе. Валютная выручка. Ввели правила обязательной продажи валютной выручки экспортерами. То есть раньше этого не было. Ну, периодически там вводили, потом отменяли. Это что означает? Что экспортеры – это основные, это крупнейшие наши монополии, это основной источник дохода в буржуазной России. То есть эти экспортеры денежки прогнали, нефть или газ, получили евро или доллары. Они где оставались? Да там же, в тех же банках американских, европейских. Там же на счетах в России не получили, частично только попадали. И причем ну, что были массовые, так сказать, случаи махинаций. Когда российский капиталист, вот производство здесь, где-то на Кипре или на Багамских островах, он делает офшор. Да? И этот офшор покупает у российского, у самого себя капиталиста, по заниженным ценам продукцию. А там продает уже по рыночным. Да. То есть вроде как это обязательно продажа валютной выручки введена. Дальше идем. Ну вот те, кто проводили эту линию, они сконцентрировались в финансово-экономическом блоке правительства. Он состоит из двух компонентов. Там есть Министерство финансов, Министерство экономического развития, вот, и Центральный банк. Ну, вроде первая часть попритихла. Попритихла, и слышно, вот эти денежки появились, да? Как-то так, вот это все. Цена отсечения, токсичные доходы, как-то уплыло. Но Центральный банк продолжает проводить свою линию по вообще уничтожению производства в России, даже буржуазного. И вопрос это, понятно, учетная ставка Центрального банка. Я не буду здесь останавливаться, поскольку у нас была и лекция первая, Михаил Васильевич. Но удивительное дело, вот как так? Что значит повышается учетная ставка Центрального банка? По-простому. Это означает, что все коммерческие банки повысят ставки по коммерческим кредитам. Значит, капиталисты, которые будут брать эти банки, а без кредитов ну, никакой капиталист не может. Будут иметь два последствия. Первое, во-первых, он еще подумает, зачем мне брать. Если не будет брать, не будет развиваться производство, будут трудности. Второе, если он возьмет этот кредит под такие высокие ставки, проценты куда идут? Они идут в издержки производства. А издержки производства куда? Цену производства, соответственно, цену. Это идет на увеличение цены. То есть все делают с точностью да наоборот. Так. Ну вот еще интересный момент. Прогрессивное налогообложение. Кстати, вот в этом перечне мер, который мы направляли президенту, мы писали ввести прогрессивную шкалу налогообложения дохода физических лиц. Установить для малоимущих ставку 0%, для имущих прогрессивную вплоть до 65%. 65% – это взято не с потолка. Это, скажем так, максимальная ставка в некоторых европейских развитых странах. Да, 50%. Отреагировали. Это было в 2020 году. Как отреагировали наши власти? Они повысили ставку по НДФЛ. Она была 13%. А для лиц, имеющих большие доходы, свыше 5 миллионов, и стало 15%, на 2%. Я не поленился, посчитал за один год увеличение поступления от дохода на НДФЛ, налога на доходы физических лиц, составило 300 миллиардов рублей. Но какая-то часть – это вот эти 2%. А представляете, если была ставка, как в цивилизованных, как в кавычках говорим, в развитых странах, 50%. Вот он источник для решения многих вопросов. И вот на удивление, президент России сегодня в своем выступлении упомянул. Но правда, как всегда, не сказал, что надо решить вопрос, а так сказал, я поручаю продумать этот вопрос повышения ставки НДФЛ. Плохо будет считать, что лед сдвинулся, нет. И так далее. Мы подходим к концу. Значит, о чем говорят вот эти примеры? Вернемся к самому началу. Вот буржуазная экономика, да, которая находится в стадии монополистической. Она противоречивая. То есть монополия, она противоречит конкуренции. Так ведь?
А поскольку капитализм – это стадия товарного производства, а товарное производство присуще конкуренции, вот в этом противоречии между монополией и конкуренцией до конца своей жизни будет развиваться. Ну а как мы знаем, общественное бытие порождает общественное сознание. И в головах правящего класса вот это противоречие, оно в чем выражается? Во взглядах и действиях. И мы видим, что вот в самой верхушке и чиновников, и думи, и, так сказать, выше, вот эти взгляды какие? Вот, с одной стороны, сторонники вот этого либерального направления, что любое, сказать, действие государства – это вмешательство в экономику, вот давайте рынок решит все сам по себе. Ну, есть те трезвомыслящие, которые говорят: нет, товарищи, вот оно, объективный ход развития ведет от свободной конкуренции к монополии, от монополии к государственной монополии и так далее. Ну, дальше мы, они не говорят, там и не нужно нам. Значит, надо регулировать. И вот последнее событие, то, что было там 25 лет, четверть века, говорит о том, что сторонники либерального направления однозначно, так сказать, взяли верх. Все, что творилось у нас, продолжающий процесс разрушения производства, вот он свидетельствует, пример тому. Но последние два года заставили поменять действия. Причем мне, так сказать, абсолютно без разницы, там, что было конкретно в головах, какие субъективные взгляды. Но вот эти действия, эти примеры, которые я вам сейчас привел, говорят о том, что вот это противоречие, оно продолжает сидеть, развиваться. Но как оно пойдет дальше, надо посмотреть. Вот с точки зрения интересов рабочего класса, что выгодно? Конечно, выгодно, но по большому счету, сохранение России, расчленение на куски, как ходят там центры империализма. Ну а для нас, конечно, рабочий класс – это единственная материальная сила, способная совершить переворот в буржуазном обществе. Вот они, азы марксизма. Где она получается? На заводах. Поэтому если 500 тысяч сейчас влилось в заводы ВПК, из них какая-то часть, ну пускай 200-300 тысяч рабочих, на многих десятках, может, сотен заводов. Вот насколько увеличилась потенциальная база могильщиков капитализма. Спасибо за внимание. Я уложился. Так, вопросы в письменном виде, товарищи, и на выступление заявки тоже в письменном виде, товарищи. Значит, вопросы. Первый вопрос, частично он уже был затронут докладчиком, а именно вопрос, как эта тема планирования долгосрочного прозвучала в сегодняшнем послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Понятно. Я ехал в транспорте и читал текст, вот так, бегал глазами. Я обратил внимание, об этом сказал. Вот о программах речь. Вот программа кадры точно, он сказал. Программа – это элемент государственного регулирования экономики буржуазной. То есть это есть. Второй вопрос, значит, продолжение или развитие. Как вот в этом плане, который вы нам, да, рассказывали, сформулированы цели национального развития Российской Федерации? Ну, частично вы уже ответили, что там за целевые показатели взят рост народного населения, да? Да. И, к сожалению, или иначе и быть не могло, да? Пока в этом плане идут показатели с минусом. Понятное дело, они вынуждены как бы ориентироваться на население России в целом, на основную часть, на трудящихся. Вот что сказать? Что жизнь у нас будет падать, жизненный уровень. Да? Население будет падать, средняя продолжительность жизни будет падать. Нет, они обязаны реагировать. Конечно. Все это как бы в положительном виде подается. То есть там запланирован рост средней продолжительности жизни до 78 лет. Сейчас вроде 73 дается, да? Да. Вот. Запланировано улучшение иных показателей качественных, и социального обеспечения, медицинского и прочего, прочего, прочего. Это есть. Я не останавливался на этом потому, что я акцентировал свое внимание на другом. Ведь само по себе это не произойдет. Это произойдет только потому, когда будет создана соответствующая экономическая база. А ее в этом плане нет. Поэтому все остальное повисает в воздухе. Хорошо. Следующий вопрос. Как нам известно, КПРФ
во главе с Геннадием Андреевичем, значит, специализируется на разработке различных предложений властям для улучшения экономических показателей, как они любят говорить, значит, дабы правительство приобрело характер правительства народного доверия. Вот как вы оцениваете их работу? Это полезно это или это обман, самообман народа? Если брать в целом, то полезное в той части, которая касается и непосредственно ведет к тому, чтобы у нас сохранялось и развивалось, ну, назовем это, отечественное производство. Все эти меры, они способствуют. Вот я привел вот это письмо, которое мы направляли президенту Российской Федерации. Там 7 мер. Давайте еще раз кратко повторю. Потому что это важный момент. Первое. Разработать, принять программу, долгосрочную программу развития России. Второе. Установить нормы амортизации. Я извиняюсь, сейчас я вот упустил этот момент. Я скажу. Что такое амортизация? Вот в процессе производства станки оборудования изнашиваются. И капиталист должен из выручки откладывать определенные средства на то, чтобы потом купить новое и возместить старое. Этот процесс называется, ну, процесс амортизации. Эти денежки называются амортизационным фондом. Он должен их держать, копить, и потом по мере необходимости использовать на приобретение и замещение этого выросшего оборудования. Что у нас сейчас происходит? В массе своей, ну, частично, может быть, идут, а в массе вот они туда шли годами, за рубеж. Понятное дело. Поэтому станки у нас старые, ничего не меняется и так далее. Так вот, предположили, чтобы догонять ту самую Америку, надо менять оборудование раз в 10 лет. Вот это предложение мы сделали. И на удивление, кстати, я извиняюсь, впервые за многие, так сказать, годы я увидел выступление президента Российской Федерации, что он остановился на этой теме. И, кстати, было предложено им, ну, видимо, уже решение принято, он просто это озвучил, чтобы как-то заставить капиталистов российских, частных собственников, не выводить деньги, предназначенные нам, сказать, на восстановление основных фондов за рубеж, а здесь оставлять. Вот такая экономическая мера. Как бы 200% от НЕОКР, вот, связанных с амортизацией, идет на уменьшение налогооблагаемой базы. Ну, проще говоря, если он 10 миллионов рублей вложил, вот, НЕОКР – это научно-исследовательские окно-конструкторские разработки, то он может скостить свою налогооблагаемую базу на уплату налога на прибыль на 20 миллионов рублей. Это существенный пряник, конечно. То есть вообще разговора об амортизации не было. А сейчас оно пошло. Третье. Установить норму накопления. Я об этом писал, покрыть буду. Установить ключевую. Четвертое. Установить ключевую ставку Центрального банка на уровне 0%. Маржу коммерческих банков 1. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Так? Предусмотреть поэтапный переход к 6-часовому рабочему дню. Ну, конечно, осуществить другие меры по перекрытию каналов вывода капитала из спекулятивных валютных операций. В массе своей КПРФ вот это поддерживает. Ну, может, за исключением перехода на 6-часовой рабочий день. Поэтому она играет, так сказать, в общем-то, в прогрессивном направлении, конечно. Хорошо. Следующий вопрос. Ну, кое в чем повторяется, но за счет чего президенту Путину, ну и властям, удалось не только стабилизировать экономику Российской Федерации, но и придать ей определенный тренд на развитие в условиях санкций драконовских, СВО и прочее, прочее. Я в своем выводе сказал, еще раз подчеркну, за счет того, что они повернулись лицом к тем прогрессивным методом регулирования современной экономики, который следует продвигать. И частично отказываются от этих либеральных методов. Вот я и пример, так сказать, в своей лекции эти приводил. Что они делают? Это все сыграло свою роль. Причем не до конца. Говорить о, так сказать, полной стабилизации, конечно, нельзя. Все еще так вот очень шатко. Но пока вот и за 2 года, я специально ведь вот такой раздел лекции вел, какие изменения произошли в регулировании экономики за 2 года. Да, они в целом положительные.
За исключением, может быть, ключевой ставки Центрального банка. Так, продолжаем вопросы, продолжаем уже затронутую тему. Как вы оцениваете сегодняшнее послание президента с точки зрения социально-экономического развития и достижения целей СВО? Какие новые моменты можно особо отметить? Вот я все, что новое слышал, я отметил в своей лекции. Их было. Ну, 4-5. Меня они в известной степени поразили. Третий вопрос. Возвращаемся. Дешевый рубль – благо или зло с точки зрения государственных интересов на сегодня? Что понимается под дешевым рублем? Вот есть понятие прогрессивного развития экономики, да? Оно с чем связано? С тем, что идет рост производительности труда. Вот это общая тенденция. Вот идет научно-технический прогресс. И если капиталисты повышают производительность труда, они где-то там, наоборот, повышают цены, фактически воруют, то это означает, что в единице продукции меньше стоимости. Так ведь? Это объективная база чего? Снижение цен. Поэтому при вот таком движении экономики, скажем так, прогрессивном направлении, то рубль становится более полновесным, правильно? На рубль становится можно больше и больше и больше купить. Это прогрессивное направление. То есть он, можно сказать, он будет дорожать. А что дешевый рубль? Дешевый рубль, он играет на руки тем, той части, правящей верхушки, чтобы создавать видимость. Ведь обратите внимание, вот так называемый финансово-экономический блок. Вот в те годы, когда сотни миллиардов рублей были вложены в доллары, евро и хранились там. Вот я удивляюсь, а почему вот, ведь они запросто могут вот этот доллар обрушить у нас в стране. Вот вывалить его и все. А почему? А очень ответ простой. Но если у вас там 100 миллиардов долларов лежит, так? И вот возникнет необходимость вернуть их сюда и превратить в рубли. Если доллар будет стоить 50 рублей, сколько получите со 100 миллиардов? Определенную сумму. А если, наоборот, доллар будет стоить 150 рублей, сколько вы получите? В три раза больше. Три раза больше. Палец о палец не ударишь. Вот кому выгодно это делать. Так, вопросы письменные закончились. Значит, вот Виктора Ивановича надо поблагодарить, так, хотя бы за то, что мы с вами, значит, соприкоснулись с теми документами, которые есть и по которым как бы определенная работа проводится. Тем не менее, вот даже в выступлениях сегодняшних товарищей, вот она проскальзывает такая главная сложность. Не думается, что эта главная сложность, она в том заключается, что ведь люди это все одни и те же, практически. Я имею в виду те, которые разваливали, довели советскую экономику вот до сегодняшнего уровня, да? А сегодня вдруг прозрели и с аргументами, с убежденностью, даже с выражениями, значит, говорят, что так жить нельзя, как же так, мы должны и импортозамещение, и развитие отечественной промышленности, пошло-поехало. И вот этот, конечно, момент, он, ну, чрезвычайно болезненный, и вот я по себе чувствую. Ну, не хочу я верить Путину, понимаешь, хотя, ну, он многие правильные слова говорит. Надо то, надо это, хорошо бы сделать то, против кое-чего и возражать не будешь, да? И вот я несколько примеров хотел привести. В Госдуме всегда самый напряженный такой момент, во всех смыслах, когда принимается бюджет. Потому что это деньги, потому что каждый старается, значит, немножко повлиять, чтобы куда-то там вложиться и прочее, прочее.
И в этот комитет, который по бюджету, очередь стоит по сравнению с другими комитетами там на конкурсной основе. Квоты установлены, чтобы не больше, не меньше. И к бюджету прилагается еще масса всяких других документов, в том числе есть адресные программы, где какие-то объекты прописываются, ну, строчкой, фактически указывается на что. Вот я до сих пор помню, как Макашов Альберт Михайлович жаловался. Они оба шли по Поволжскому округу со Слизкой, вице-спикерша такая из «Единой России» была, может быть, помните, да? Так вот, Макашов жаловался, что смотри, что делается. Уже второй или третий год подряд эта профурсетка в свою адресную программу, ну не в свою, в государственную, сумела прописать баню по тому округу, где она избиралась, там построить где-то что-то. А я никак мост через Волгу пробить не могу, понимаешь? Вот, например. И, конечно, вот все эти моменты, они, когда вспоминаешь, весьма красочные. Шутова помните, Юрий Титович? Вот он мне рассказывал, значит, он во многих авантюрах участвовал там и так далее, как они, значит, пробивали в правительстве организацию испытательного полигона для демонстрации, значит, стрелкового подводного оружия. Ну, в этой области у нас определенные успехи, достижения впереди. И смысл был в том, что демонстрировать и заодно, так сказать, заключать контракты, продавать в разные страны и прочее, прочее. И эта идея так понравилась там в правительстве и прочее, только с одним уточнением. Давайте-ка мы вот все слова об испытательном полигоне уберем, а пусть останется только просто демонстрационный бассейн, зал. Почему? Потому что испытания, они предполагают развитие самого чего-то. А этого в России быть не должно. Через правительство это не пройдет и никак. Ну и на собственном опыте. Я в Госдуме, когда был, мы 3 раза пробовали с Юрием Петровичем Савельевым, значит, там, через запросы, хотя бы заставить говорить с нами, да и с народом, значит, правительство относительно высокоскоростных вот этих поездов, которые ходят Москва-Питер. Да? Если вы помните, был разработан, значит, поезд «Сокол», ЦКБ «Рубин», значит, вложилось туда. Хоть это им не совсем по профилю, но тем не менее. Доложили о прекрасных испытаниях, доложили о новинках там в корпусных конструкциях, сминаемые части вагонов там и прочее, прочее. Показали скорость там 250 км в час и прочее. Тему вроде как закрыли, хотя с замечаниями и прочее, прочее. Премии получили и ордена тоже, но... Значит, дальше работы велено было не продолжать, потому что ориентация была взята на Сапсаны. И вот главный конструктор этого дела нам рассказывал, что они вынуждены были обращаться к Сименсу за, ну, кое-какими там советами. Некоторые узлы надо было взять, чтобы на этом опытном образце поставить, испытывать. На что? К ним, говорит, к нам так по-доброму относились, на Сименсе, так. Но при этом смотрели с сожалением и говорили, ну зачем вы мучаетесь, зачем вы себя тут это самое нервы трепете и прочее, все равно вы будете ездить на Сапсанах, все равно вы будете пользоваться этой разработкой. Что оно в конце концов и чем оно и закончилось, а это надо понимать, что это, ну, целая отрасль. Это и обслуживание, это и следующие там эти вещи, и распространение по всей России, да, в этих делах. А в условиях сегодняшних санкций это, значит, соответственно, ну, совсем по-другому и по-новому звучит. И все те же самые люди, начиная с самого верха и заканчивая, да, всех этих делах.
Поэтому я думаю, что мы, должны Виктор Иванович еще раз поблагодарить. Значит, жизнь не останавливается. И, хоть они и буржуинские, как Путин выразился, да, но они хотят и бьются за свое место под солнцем здесь. Поэтому есть у них резервы, и способы, и инструменты определенные. И вынуждены они ими пользоваться и действовать, прочее. И в условиях той самой СВО, которая сейчас идет, да, если уж говорить о конкуренции с этим западным миром и прочее, то больше вероятность того, что так или иначе, в конце концов, они сторгуются. Понимаешь, сторгуются. Ну, а у рабочего класса и у нас задачи остаются все те же. Так сказать, развивать собственную борьбу для того, чтобы, с одной стороны, в условиях капитализма, чтобы не так давило это удавкой, чтобы завоевывать определенные плюсы к положению. Но в перспективе коренным образом, конечно, решить можно будет только через революцию. Так, предоставляю слово докладчику для подведения итогов. Заключительное слово. Ну, я хочу отреагировать, подтолкнуться от вашей последней мысли. Во-первых, не нам решать, как пойдет развитие, это жизнь покажет. Я задам вот такой вопрос. Ну, я надеюсь, все в этом зале согласны, что, повторюсь, единственной материальной силой, способной совершить переворот буржуазного общества, является рабочий класс. Возьмем промышленность, да, сердцевину экономики. Нашей промышленности, ну, по статистике, пускай буржуазной, другой нет, 10 миллионов рабочих. Может возникнуть такая ситуация, когда пойдет процесс разрушения и прочее, что останется 5 миллионов. Может пойти другая, когда будет 15 миллионов. Я задаю вопрос. Так какому количеству рабочих, при каких условиях вот, легче будет совершить свою всемирную историческую, так сказать, роль? 5 миллионов или 15? 15. Конечно, 15. Поэтому, когда некоторые товарищи заявляют, нет, вот давайте вот значит, это разрушать, и тогда поднимется, то тяготы и решения на нем будут лежать, на рабочем классе. Так что это неправильная позиция. В отношении конкретных личностей руководителей, да не наш это вопрос. Многим не нравится президент. Ну и что? Мы должны смотреть, вот эти действия, которые совершает буржуазное руководство, будут способствовать тому, что будет развиваться экономика. Будет появляться рабочий класс. Та база, среди которой мы можем и должны вести работу и ведем. Ну и хорошо. Значит, надо поддерживать. А вот эти действия противные, значит, надо отсекать. А что там происходит? Ну, не знаю. В 2014 году фонд рабочей академии, я думаю, не только мы одни, многие организации направили письмо просьбу президенту, руководству России признать республики Донбасса, Луганская, и оказать им необходимую военную, материальную и прочую помощь. Ну, вот понадобилось 8 лет руководству России, чтобы вот осмыслить эту задачу. Вот они ждали, что-то там думали. Но все-таки приняли решение. Приняли. Вы можете назвать руководителей каких-то других государств, которые вот так вот приняли решение и сейчас выступают, воюют против американского фашизма? Нет. Вот и все. А так, спасибо за внимание, спасибо за оценку. Спасибо. Ну и объявление, значит, следующая лекция у нас состоится 7 марта. Тема лекции «Классовая борьба накануне выборов». Вот можно будет поговорить насчет личностей, так сказать, да, роли и прочее. Значит, лектор, профессор, доктор философских наук, товарищ Казенов. 7 марта. Спасибо за внимание всем. Спасибо вам.